Акция МЧС в центре «Внимание, дети», стартовавшая в середине лета, захватила все категории населения. Профилактическая работа с гражданами в общественных местах, беседы с учащимися школ и, наконец, общение с дошколятами. Задачей сотрудников службы дня и ночи было донести до каждого причины возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказать о правилах поведения при пожарах. В начальную школу сад номер 6 в гости к малышам спасатели приехали с индивидуальной программой. Чтобы в доступной форме разъяснить первоклашкам об опасности игр с огнем, они показали детский обучающий фильм. Еще преподнесли ребятам интересные подарки, книги по основам безопасности жизнедеятельности, а также сборник детских сказок и стихов на актуальную тему. Наша задача – дать такие книги именно первоклассникам, но они, конечно, работают и в других классах, и второй, и третий, четвертый класс. В достаточном количестве. Сегодня в этом отношении вообще нет проблем никаких. И мы, в общем-то, этим гордимся, что вот даем пакет необходимых документов учителям в школе. Пожалуйста, вот на основании этих документов и реализовывайте курс безопасности жизнедеятельности. Каждый год литература, посвященная основам безопасности жизнедеятельности, обновляется. Это делается с четким намерением поддержать интерес малышей и подростков к волнующей теме. Еще одним сюрпризом для учащихся стала выставка пожарной техники и оборудования. Огнеборцы продемонстрировали боевые возможности спасателей, а специалисты медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда провели мастер-класс по оказанию доврачебной помощи. Такие встречи для начальной школы приносят очень для ребят, учащихся начальной школы, приносят очень большую пользу, потому что, во-первых, они приезжают не только с теоретическим материалом, они позволяют нам увидеть технику, они непосредственно работают с детьми, как проводят викторины, различные занимательные задания дают детям, и, собственно, вот это и подкрепляет интерес детей. Ну и, конечно же, совершенствует знания. Я узнал, что нельзя оставать огонь включенным, когда нет родителей или тебя на месте. Что если поставить утюг на гладильную доску, может загореться и дом может сгореть. Но ты так не будешь делать. Да. Встреча со спасателями для первоклашек стала настоящим открытием. Полезные знания непременно пригодятся им в будущем. Пригодятся они и всем горожанам, принявшим участие в акции МЧС в центре «Внимание, дети». Задача сотрудников дня и ночи по привлечению внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей во время пожаров выполнена на отлично. Однако профилактическое мероприятие далеко не последний этап в работе в этом направлении.